В этом году исполняется 105 лет со дня рождения выдающегося ученого и писателя Каюма Мухаммедханова. В честь этой даты историко-краеведческий музей и Центр документации новейшей истории организовали выставки, посвященные жизни и деятельности выдающегося ученого. Ученый, личность, деятель. Данная экспозиция в историко-краеведческом музее стала первым мероприятием, посвященным 105-летию Каюма Мухаммедханова. Жизнь выдающегося ученого вобрала в себя важные этапы истории, в которых он непосредственно участвовал. Его отец Мухаммедхан Сейткулов поддерживал отношения с писателями и издателями того времени, был щедрым меценатом культуры, так что Каюм с детства был окружен яркими представителями духовной элиты того времени. В первую очередь его интересовало то, чтобы возродить забытые имена, забытые лица. К примеру, в его доме зачастую были алашординцы. В отчим доме Каюма Мухаммедханова часто были люди культуры, науки, деятели алашорды. И он собирал эту информацию, хранил ее и возродил из забвения. То есть находил фотографии, подписывал имена людей. И затем все это давал публике. К 105-летию Каюма Мухаммедханова организовал выставку и Центр документации новейшей истории, где также хранится немало ценных документов, отражающих непростой путь становления этой выдающейся личности. После его смерти в 2004 году на постоянное хранение в наш фонд были переданы документы Каюма Мухаммедханова. Им присвоен номер 1574. Среди его документов – фотографии, награды, книги, различные труды его и других писателей. В 2010 году фонд пополнился еще кино- и фотодокументами. Среди них – диски с фильмами о Каюме Мухаммедханове. Обе выставки представляют большую ценность и являются хорошей возможностью изучить жизнедеятельность непростой личности Каюма Мухаммедханова. А работники краеведческого музея попытались воссоздать атмосферу, в которой творил Каюм. Здесь можно увидеть его личные вещи – шляпу и костюм, кресло и стол, за которым он работал на печатной машинке, часы и многое другое. Обе экспозиции в историко-краеведческом музее и в Центре документации новейшей истории будут действовать до конца февраля. Сауле Бегалиева, Гульнас Каукен, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».